Привет и добро пожаловать на сайт optiontraders.ru. Хочу анонсировать вам новый вебинар, посвященный одной из самых известных и популярных стратегий – стратегии вертикального спреда. В ходе вебинара планируется обсудить следующие моменты. Какие типы вертикальных спредов мы можем с вами открыть на рынке? Но основной упор сделаем на кредитные спреды. Потому что большинство трейдеров, которые начинают торговать опционами, и в частности начинают торговать вертикальными спредами, начинают именно с кредитных спредов, так как эти спреды могут приносить прибыль в трех случаях. Когда рынок идет в необходимую вам сторону, стоит на месте или двигается немного против открытой позиции. На вебинаре мы с вами разберем, как можно построить спред с 80% вероятностью получения прибыли. Вероятность получения прибыли может доходить даже до 90%, а прибыль по этому спреду может составлять порядка 50% от задействованных средств. Но дело в том, что это одна сторона медали, о которой говорят практически все. Другая сторона медали заключается в том, что если вы открываете спред с вероятностью 90% получения прибыли, то в 9 из 10 случаев вы будете зарабатывать на этих спредах, а в одном случае вы можете потерять до 90% капитала, который вложили в эту позицию. Поэтому, чтобы избежать этого неприятного случая, необходимо также уметь вовремя делать регулирование вашей позиции. Вы должны иметь план регулирования и защиты вашей позиции, когда рынок идет против вас. Но также немаловажно, нужно уметь фиксировать ту прибыль, которую рынок уже дает вам по данной позиции. Поэтому, если вы не знакомы со стратегией вертикальных спредов или не знаете, как правильно регулировать данную позицию, то я жду вас 28 ноября на сайте alioni.ru.